Салют, дорогие спортсмены! Перед вами стоит вот такой вот питбайк красавец, Charmax Power Max 140. Вот такой красавец Никита Суворов и непревзойденный спортсмен, красавчик Леша Филатов, который Никит, сегодня и протестирует наш питбайк. Charmax Power Max 140 – модель из популярной серии питбайков Charmax. Этот пит – один из лучших вариантов для начинающего покорителя бездорожья. И все благодаря тщательному подбору оснащения, большому эксплуатационному потенциалу, а также яркому привлекательному дизайну. Данный пит вобрал в себя многолетние наработки бренда, чтобы доказать – качественно это не всегда дорого. Что же внутри? Полюбившийся всеми двигатель 1P56FMG в совокупности с японским карбюратором Mikuni VM26 и четырехступенчатой трансмиссией. Он выдает уверенные 12 лошадей на всего лишь 140 кубов. Такая связка дает уверенность, что никакие обстоятельства не смогут помешать вам наслаждаться активной ездой на свежем воздухе. Рама изготовлена из легкого высокопрочного сплава с высоким показателем жесткости AG1, который используется в производстве техники именитых мировых брендов. Питбайк комплектуется лучшей в своем классе подвеской от бренда Kayabe Tech и имеет некоторые регулировки для точной настройки подвески под стиль езды и местность, на которой будет эксплуатироваться данная техника. Но главная особенность этой подвески, которая, несомненно, удивит владельца, — ее долговечность. Также пит комплектуется шинами бренда Kenda. Данный бренд более 60 лет совершенствует свою продукцию, развивая как технологические процессы, так и используемые технологии производства. На практике шины показывают высокий показатель износостойкости, а также отличное сцепление с дорогой в разнообразных условиях. Питбайк Power Max 140, как и остальные мотоциклы бренда Charmax, радует своих владельцев расширенной комплектацией. Мягкие грипсы руля, кроссовые щитки, уловитель цепи и многое другое. Все это про него. Слушай, ну загляденье. Пока ты отдышишься пару секунд. Ну что ж, я думаю, что кадры говорят сами за себя. То, что делает с красавцами, питбайками, мотоциклами нашей компании Леша Филатов, это не поддается никакому объяснению. Опыт и мастерство. Что ты скажешь вот об этом дерзком синем питбайке Charmax Power Max 140? Слушай, первое, что мне понравилось, дизайн, он реально классно. Заметно, во-первых. Классно выглядит. Во-вторых, когда я на него сел, мне понравилась посадка. Все очень удобно. Задний тормоз, передний тормоз, сцепление. Так как это питбайк, я уверен, что большим спросом пользуется не только у таких вот дяденек. Вот видите, да, большой дяденька стоит, много задается вопросов. А как на маленьком питбайке большой дяденька управляется и как ездит? Вот видели, как ездит. Прекрасно. Что касаемо молодежи, подростков, девушек, возможно. Почему нет? Почему нет, говорит Алексей Филатов, это значит да. Что касаемо по управляемости, я возьму на себя ответственность сказать, что за это отвечает у нас, ну, во-первых, не слишком широкая база, да, у руля. Во-вторых, вилка перевернутого типа, которая стоит у нас впереди, причем она регулируемая. Также и амортизатор задний регулируемый, поэтому настраивайте свой питбайк под себя, делайте это обязательно. Насколько зависит правильное функционирование техники от настройки? Чем правильно у тебя настроена подвеска, тем тебе будет проще, легче и безопаснее ездить. Карбюратор Keihin PZ26, 140 лошадиных сил. Ага. 140 кубических сантиметров вмещается в этого малыша. На вид маленького, по факту дерзкого очень. 12 лошадиных сил. По мотору он ведет себя очень хорошо, даже в таких погодных условиях. Мотора хватает ехать как и по пересеченной местности, и по рыхлому песку со снегом. Что касаемо шин, вот прошу обратить внимание, у нас не зимняя стоит, да? Резина, но вот я могу нагнуться и взять вот такую вот жижу. Вы представляете, да? Вот в этой жиже наш питбайк, учитывая не зимнюю резину, не тонет, а очень хорошо, вот я видел, как ты ехал, очень хорошо даже выбирается из этой жижи. Так что лето, зима, весна и осень, пожалуйста, круглый год можно, да, заниматься. Что бы ты еще отметил, Леш? Хочу отметить вес этого питбайка, он достаточно легкий, что положительно влияет на его управляемость. Учитывая, что это питбайк, я бы еще обязательно хотел бы отметить, как он справляется с эндуро-приключениями. Вот мы находимся на пересеченной местности, и очень важны вот такие вот приспособления, защита для рук специальная, которая установлена как раз вот для таких вот местностей, для таких локаций. По навесному оборудованию здесь все стандартно. Справа тормоз, слева ручка сцепления, управление светом находится здесь же слева, ручка газа находится вот здесь справа.
Никит. Да. Неужели ты хочешь сказать сейчас про грипсы? Да. Ты читаешь мои мысли. Да, они мягенькие. Да, согласен. И не будут дубить даже в самую холодную погоду. Очень важное замечание от Леши. Действительно, мягкие грипсы, помимо того, что им комфортно, ну, за них держаться, не проскальзывают руки летом, весной и осенью, они не будут дубеть зимой. Если вы, как мы катаемся здесь, сколько у нас сейчас градусов? Минус 5. И этого вполне достаточно, чтобы замерзнуть. Наши грипсы остаются мягкими. Из стандартного у нас установлен здесь кикстартер, ну, ножной тормоз, как обычно. Кстати говоря, очень удобен, потому что, давай я продемонстрирую. Давай. Не быть голословным, хочу отметить удобный тормоз, потому что у нас нога, насколько я... Леш, поправляй меня. Как должна располагаться нога на стойке? Стопа должна быть посередине подножки. Посередине подножки. Соответственно, да. Носочек должен нажимать на тормоз. Да, все верно. Мне кажется, что здесь производители не спилонили, как сказать, да, правильно? И сделали все для комфорта райдера, потому что нога ставится на подножку, и любым легким нажатием носочка мы можем достигнуть блокировки заднего колеса. Да, все верно. Ну что, Леш, спасибо тебе большое. В очередной раз ты показал свое мастерство сделать красиво. Charmax Power Max 140. Теперь мы знакомы с ним. Леш Филатов, Никит Суворов, команда Global Drive. Природа ближе, чем вам кажется. Любить спорт.